Это замок для конвейерных лент КТ-3, производство компании Comtech Group. И сегодня мы покажем вам, как стыкуется конвейерная лента при помощи данного замка. Первое, с чего начинаем, это обрезаем ленту под углом 90 градусов. Делаем разметку на ленте, исходя из длины замка, при этом оставляем между двумя концами ленты расстояние в 2-3 мм. Снимаем верхний слой ленты с двух сторон. Используем снятый слой ленты в качестве прокладки для предотвращения просыпания материала. Помечаем места установки замков. Равномерно распределяем замки на всю ширину ленты с интервалом 10-15 мм. Проделаем отверстия в ленте для более удобной установки замков. Готово! Лента состыкована. Спасибо большое за просмотр сегодняшнего видео. Увидимся в новых выпусках. Пока!